Новая детская площадка, паровоз, лесенки, приспособления для лазания. Такой подарок сделали городские власти к 30-летию детского сада номер 54. Все там сделано для того, чтобы двигательная активность детей как можно больше была, лучше. Предстоит еще несколько горок сделать бы, еще несколько участков оборудовать, так как в нашем детском саду 12 групп. Но из них почти все оборудованы. На частичное обновление на данный момент потратили около 250 тысяч рублей. Все это делают в рамках городских и областных программ поддержки дошкольных организаций. Уже в ближайшем будущем на площадке появятся новые игровые комплексы.